Перепало. Наши перепало. Антон, ленивчиков, что ты мне дал? Тебе нормально скрипку дал, что ты мне дал? Он шумит постоянно. Уже не могу. Я уже не человек скоро буду, а зверь с такой хренью. Как же сделать, чтобы она не шумела? Во! Пес, загребал? Ты мне какую-то самую хреновую прислал. Провод самый хреновый. Где эта штука, блин? Следующая песня называется «Тени». Тени ходят повсюду. Я тень, я приду за тобой. Все мы умрем. Я выпил кофе с утра. Собираешься ли ты куда идти? Собираюсь. Так собирайся и иди. Собираюсь. Быстро. Прекрати чаще. Ты не сделаешь это ничего. Я собираюсь, беру сотовый и еду к ремонту. Нет. Мама наругала меня. Я сатана. Мама наругала меня. Сатана, беги,
защити меня от мамы. Мама говорит, прекрати сейчас же. Моя мама не любит сатану. Ты любишь сатану? Не трогай. Все, собрался и ушел. Быстро. Ты как сатана прям. Пришла сатана и вырубила все. У меня нетерпимая психованная сатана. Сатана пришла. Ой, какой кофе просроченный, блин. Сатана меня... Ну, оно как бы просроченное же по факту. Но оно вкусное же. Но оно, кажись, я не знаю, изо рта как будто бы пламя. Как будто бы какое-то гнилостное пламя изо рта. Прекрати ерундой заниматься. Не изо рта, а изнутра. Ага. Фигню не страдает? Потому что оно просроченное. Да, еще что. Если бы ты не знала об этом, все было бы нормально. Ну, не надо просроченное. Ты сатана! Уходи давай отсюда! Ты сатана! Я тебе сейчас покажу сатану! Ты сатана! Я сейчас врежу тебе пойду! Ну, ты видишь, как ты сатана, ты реагируешь! Будешь выражен людьми! Я тебе сказала, марш! Все мы люди! Будьте людьми! Стукнуть меня хотел, братишка! Представляешь, какой злой братишка! Вырубил музыку. Ну вообще. Ну, нормально, в принципе. Ой, холодно что-то все равно, душно. Не есть не хочется, не спать не хочется. Братишка вырубил. Какой злой братишка. Будешь ты человеком, братишка. Ой, не то, включи. Братишка, вырубил, братишка. Что ж ты творишь, братишка? Нельзя так вырубать. Бесцеремонно. Вот что творит. Видишь, сатана. Вызвал сатану я. Смотри, поставил мелки. И теперь. Вот видишь теперь что. И теперь она не шумит. Благодаря тому, что я здесь вот так вот подставил. Так она вообще не должна шуметь. Ну покушать, братишка, ну покушать! Покушать-то. Ой, кофе, блин, просроченный мне дает. Точно сатана. Видишь, как на нее крест действует. Помогаю ей с телефоном. Давай сейчас поиграем. Металл. Надо одеться соответствующе немножко. Сейчас запишу небольшую партию. Выложу короткое видео. Последнее запишу сейчас. Сейчас. Пробу включаю. Вот что это за хрень? Почему она начинает шуметь? Сейчас сыграю быстренько и запишу коротенькую.
Импровизация. Скрываем. Фига себе. Давай, загружайся. Долго загружается. Мой отец мечтал стать метал-исполнителем или рок-музыкантом, или актером. Но мечта не сбылась. А я мечтаю стать художником. Мечта не сбылась. Чего она так долго грузит? Чего так долго грузит? Я она вообще не будет. Только закрою. Какой ты мне администратор? Вот сатана, что сделала. Музыку в группе. Ё-моё. Спорт портит мой этот. Сатана. О! Давай сейчас запишу короткую фигню какую-нибудь.